Ведь скакалку, если в следующем году она ему абсолютно не будет нужна. А ради одного турнира, но, наверное, таких отчаянных фанатов не нашлось. Ну, а сейчас одно из моих самых любимых упражнений в исполнении Ани Каменщиковой. К сожалению, такая потеря на любимином, любимом элементе. Да. Жалко, конечно, потеря на риски, потеря прилично стоит, но я понимаю ответственности Ани, все-таки турнир тренера, и всегда хочется быть немножко лучше, но все равно мы ее любим. Да, не зависит от потерь. Очень хорошая гимнастка. Поверьте мне, что через пару месяцев Аня Каменщикова скажет о себе и на гран-при, и на этапах Кубка мира. Вот как раз. Аня, нет, это концовка, все правильно, это да, концовка, все хорошо.